Меня зовут Игорь, я представляю проект Дисконта. Дисконта – это кэшбэк-сервис, который позволяет обычным людям зарабатывать на их обычных покупках. Мы предлагаем уже готовый продукт, которым уже пользуются потребители. Уже есть коммерческие взаимоотношения с крупными иностранными и российскими компаниями, такими как Mars, Energizer, PepsiCo, X5 Retail Group. Мы хотим, чтобы Дисконта стал сервисом, который делает жизнь покупателя проще не только в России, но и во всем мире. На стартап-шоу мы хотим найти партнеров, которые вместе с нами заработают миллиард. Дорогие друзья, добрый день, рад сегодня всех вас здесь видеть. Меня зовут Игорь Чернышов, и я хочу вам рассказать немного о нашем проекте Дисконта. Дисконта – это мобильный сервис, кэшбэк, который позволяет людям зарабатывать на их обычных покупках. Все работает на самом деле очень просто. Пользователь бесплатно скачивает приложение, регистрируется в нем, выбирает интересующие магазинные товары, выполняет несложные задания от бренда, например, просмотр видео или регистрация в соцсети, или какой-нибудь интересный факт о бренде читает. После этого идет в магазин, покупает товар по обычной его стоимости, подгружает в дисконт и чек и получает за это деньги. Деньги он может вывести на Visa либо MasterCard, оплатить ими мобильную связь или перевести на Яндекс.Кошелек. Основное преимущество нашего сервиса состоит в том, что он полезен и нужен как потребителю, так и производителю и ритейлу. Для потребителя это отличная возможность сэкономить в кризис и получить какой-то дополнительный доход. Потребитель получает возможность общаться напрямую со своим... Бренд получает возможность общаться напрямую со своим потребителем, узнавать у него какие-то вещи, рассказывать ему о новинках или делать ему адресные промо-предложения. А ритейл привлекает дополнительный трафик, дополнительных людей в свои магазины. Данный подход не так давно появился на Западе, и там он очень хорошо развивается. Например, компания iBot уже выплатила своим пользователям более 100 миллионов долларов. В России мы оценили емкость рынка, и на данный момент она составляет, по нашим оценкам, около миллиарда рублей в год. Для нас миллиард рублей – очень большие деньги, мы действительно очень хотим миллиард. Это наша цель. И мы не стоим на месте. На самом деле мы уже работаем, у нас есть готовое приложение, готовый продукт, который развивается. Есть партнеры, крупные FMCG-компании, такие как Mars, PepsiCo, Energizer, крупные российские ритейлеры, такие как X5. Вот, допустим, вчера у нас стартовала акция совместно с компанией PepsiCo и X5 Retail Group Pepsi за рубль. Представьте, Pepsi за рубль – это очень выгодное предложение. Насколько я знаю, Сокорумс, Coca-Cola стоит 250 рублей, у нас всего рубль, поэтому на вашем месте я бы не терялся, участвовал, регистрировался. Это действительно очень выгодно. Но при этом отдельно я хотел бы сказать о нашей команде, потому что действительно есть о чем рассказать. Со мной вместе здесь мой партнер из основного сервиса Марина. Марина, по машинам. Мы тут с Мариной посчитали на двоих наш совместный опыт в маркетинге и в рекламе и поняли, что он более 30 лет. Это вы скольки лет? 10 лет, что ли? Да, молодо выгляжу, на самом деле. Да, я более 15 лет работал в различных компаниях, таких как British American Tobacco, Megafon, Mars, Coca-Cola. Имею очень хороший опыт, знаю бизнес изнутри. Марина, в свою очередь, человек от бизнеса, она развивает свой собственный бизнес, рекламное агентство, и поэтому у нас с разных сторон есть взгляд на это, и мы уверены в своем успехе, верим в него, и при этом мы помним о миллиарде, друзья. Спасибо большое. Не уходи, я тебе помучу. Да. Скажи, пожалуйста, а на какой стадии уже проект находится? Он находится на стадии, что вы можете скачать его сейчас и заработать. Вопрос тогда, молодцы, если вы зарабатываете, вопрос, вы пришли зачем? Мы хотим масштабироваться. Деньги нужны. Масштабируемость – это пользователи. Пользователи на данном этапе для нас стоят денег. А вот о масштабировании скажите подробнее. Вас интересует Российская Федерация, Европа, Штаты, Восток, вообще весь мир масштабироваться. О каком масштабировании вообще идет речь? Наша задача в ближайший год достичь достаточно большого масштаба на уровне России, и параллельно мы сейчас уже прорабатываем выходы на рынки Беларуси и Украины. У нас там есть партнеры тоже из рекламного бизнеса, которым это интересно, но там пока проект не запущен, там пока ведется подготовка. Хорошо, вопрос такой у меня есть.
я правильно понимаю, что в некой степени у вас волнует лид-генерация? То есть сколько людей скачают ваше приложение? Правильно я понимаю? Абсолютно. Хорошо. Тогда у меня чисто профессиональный вопрос к вам как маркетологу. И, кстати, отмечу, мне очень нравится, когда люди говорят слово «маркетинг», а не «маркетинг». Это прям такое четкое понимание, что человек действительно... Да, хоть не супермаркет, а супермаркет. Так вот, у меня вопрос. Есть ли какая-то статистика, какие-то замеры, какова стоимость привлечения одного лида, который загрузит ваше приложение, будет пользоваться им, и какая маржинальность как в деньгах, так и во времени по отбитию этого привлечения? Да, конечно, такая информация есть. Это, в принципе, одна из основных цифр нашей бизнес-модели. Это самые интересные цифры. В зависимости от канала, лид-генерация составляет от 100 до 150 рублей на пользователя. Окей, и через сколько времени она отбивается? Если он пользуется, то в течение полугода. То есть я правильно понимаю, что через полгода, если человек им пользуется, то вам приходит как бы это на ноль? Да. При этом там есть, конечно же, определенная связь с производителями, потому что есть компании, которые готовы в это сейчас идти. Это в основном крупные лидирующие компании. А достаточно большой объем может прийти, когда база пользователей будет, допустим, 1 000 000 человек. Это будет уже история, когда не нужно будет заниматься лид-генерацией, нужно будет просто... У меня последний вопрос. Ты просто мне не ответил, видимо, я и так задал его. Хорошо, давай представим, что у тебя скачано 1 000 000 твоих приложений, 1 000 000 заказчиков. Вот средний чек на сегодняшний день, по кэшбэку, то есть, грубо говоря, ты 1 000 000 вложил, 25 миллионов, 150 миллионов ты вложил, 1 000 000 у тебя заказчик, и сколько средний чек по возврату? То есть ты эти 150 миллионов вернешь за... Где-то за 1.5 года. Окей. Поговорим о завоевании мира. Давай. Да-да. Почему вы не рассматриваете международных конкурентов? Или рассматриваете? Как на самом деле мы очень верим в свой опыт, и то, как в России происходит бизнес, он очень сильно отличается от того, что есть на Западе. Мы общались с ребятами, кто на Западе подобными вещами занимается. Есть очень большие отличия, при этом есть очень много общего. И вы чем отличаетесь? На данный момент мы прорабатываем определенный функционал, который будет агрегировать не только скидки, но и другие промо-предложения. Вот. От американских сервисов мы отличаемся на данный момент, наверное, функционалом, который позволяет людям именно работать с маркетинговыми заданиями. Это именно работа с брендом, работа с... тем, чтобы бренд мог сообщить что-то важное своему потребителю. Это работа с соцсетями, шеринги в соцсетях, то есть такого конкурентов нету даже на Западе. То есть если мы захотим привлечь в этот зал еще 1000 человек, то мы должны сделать билеты по 1 рублю, как Coca-Cola, и сказать, что да, мы такие же, как Coca-Cola, собственно говоря, мы по рублю готовы продавать. Это немного сложнее, на самом деле, там в проекте с PepsiCo там идет совместное инвестирование, и самый основной плюс этой программы, что в обычной жизни торговая сеть не может позволить себе поставить товар по рублю, потому что у нее просто уйдет весь сток. Наши... Рынок сразу уйдет на рынок. На рынок, да. И там он будет продаваться. А в нашем случае мы можем поставить лимит на 1 пользователя, и это будет действительно генерировать трафик и трайл. Меня смущает, он сказал опять же про завоевание мира, я удержусь этой мысли, понимаешь? При этом он жаждет только миллиард рублей. Это обязательно. Но мы говорим, почему это всего лишь 16 миллионов долларов? В масштабах всего мира это мало. Почему вы не хотите больше? Просто инвесторы должны понимать ваши горизонты, которые мы стремимся. Я поясню, о чем речь. У нас эфир сейчас идет на весь мир практически, и синхронный перевод идет, да? То есть не надо рассматривать только Россию, я так считаю, как то, чем Катя говорит. Катя, абсолютно согласен с вами. Мы рассматриваем не только Россию, просто у нас есть план. Как насчет взаимодействия? Здесь не надо секретов. Чем больше вы расскажете, тем... На ближайшие 3 года план – это Россия и ближнее зарубежье. Вот. А я, знаешь, могу тебе сделать такой прям хороший маркетинговый отброс, а ты поймаешь. Я 3 года жил в Украине. Фантастическая страна, замечательные люди. Не окунаемся в политику. Вот. Но суть в том, что в Украине у каждого человека не менее 20-30 дисконтных карт. Мне кажется, они были первые, кто постоянно юзал Viber, потому что там все живут на каких-то сумасшедших скидках. Вот там это очень сильно тема развита. Мне кажется, начиная с всех рынков,
где именно вот люди не просто этим пользуются, а они фанатично к этому относятся. Да, я знаю, но мы прорабатывали Украину, я около 2 лет отвечал за украинский рынок. И действительно, там очень много карт, но при этом там есть и свои вызовы, такие как низкая доля организованного ритейла в сравнении с Россией. И мы смотрим на украинский рынок, мы ведем переговоры там с партнерами, и я уверен в том, что мы туда придем, но не в этом году точно, скорее всего, это будет следующий год. А про карты – это отличная идея, у нас просто она уже тоже реализуется, правда. Я не хочу сейчас об этом так говорить, кому интересно, могу об этом лично рассказать. Секреты. Чем больше вы расскажете, тем он лучше. У нас будет агрегатор карт. Есть вопросы в зал? Вопросов нет. Ну, благодарим тебя за прекрасное. И пожелаем все-таки его завоевать. Спасибо большое, друзья. Спасибо, очень приятно. Всем хорошего вечера. Всего доброго.